получается, тут окна выходят. Так, вторая в скайме, 50 до 10. Гардеробная. Полноценная прихожая. Лоджия застекленная. Но остекление холодное. Сейчас будет теплее, чем на улице, но не намного. Пол не подогреваем, да? Нет, пол не подогреваем, к сожалению. Вот здесь уютная кухня. Лета. Ну да, уж высокий этаж, хорошо. Спокойно. А там холодно, да? Ну да, летом хорошо, зимой не очень. Первый. Гостиная, да, на кухне есть. С душевой. Технику. Да, помочь машину. Второй. Да, вытяжка. Еще одна такая гардеробная. Здесь, соответственно, санузел. Ну и тоже спальня. Ой, и здесь такой балкончик еще есть, французский. Теплые полы, санузел. Здесь еще одна гардеробная. Ну, здесь все вдалеке. Гардеробная и, соответственно, родительская спальня. Ой, я даже свет не включила. Так, я пойду сейчас еще балкон строю. Давайте, балкон аккуратнее, там холодно, да. Наполовину. А это такой же пол. Это французский. Обратите внимание, можно закрывать от детей. Ну и шикарная лоджия, которая мне очень нравится везде. Ну и надо отдать должное, здесь стройку не видно. Все-таки не зря мы допросились, напросились, вернее, показать. И ремонтов здесь нет, это самый первый корпус.